Местная жительница сообщила, что выгуливала собаку и нашла человеческие останки. Мы обнаружили останки 11 женщин и младенца в утробе. Такого у нас еще не было. К нам отправили эксперта. Шеф полиции Картер. Как долетели, агент Петровик? Я читал отчеты. Надо не чудовище искать, а обычного человека, который прячется у всех на виду. Мы делим серийных убийц на 4 категории. Первые – фантазеры, голоса слышат и так далее. Вторая – гедонисты, убивают из похоти. Третье – любители власти, контроля. Полагаю, все это не про нашего. Он убийца, исполняющий долг. Думает, что делает мир лучше. Приветик. Нужна компания. Ну что, готов его поймать? Еще как готов. Убийцей может быть коп под прикрытием? Им может быть любой. Я смотрю ему в глаза, а они как мертвые. Он играет в Бога. В этой жизни всем бывает больно. Моя боль сильна, но она дает мне цель. Среди нас убийца. Газеты дали ему прозвище. Собиратель костей.